Вот так, ребят, выглядит аукцион в Дубае. Завтра начнется битва за все вот эти внедорожники, которые вам в России продают, как будто без салона. Потому что, ну, 30% машин здесь практически не тронутые, не целованные. Вот как пример. Стоит Infiniti. Там уже чехлы, пакеты, все нацепили. Ну, 2,5 ляма она доезжает до России. А в России ее вам потом продают за 4 ляма. Так, вот здесь уже выкупленные машины. Как пример, вот. Практически не битые машины. Здесь он поменяет бампер, фару. Ну, мелочи какие-то. Начальная цена была $7000 на центру 2020 года. О, Авалон, ребят. Вот это нормальная тачка. Это вот, кто ездил, тот знает, что это вертолет в теле самолета. Так, что это за... Во, вот эта машина прям вообще в хорошем состоянии. Перед не битый, пацаны. Вот так до отсюда доезжают машины. 18 года Соната. Начальная ставка была 4800. Ну, ее забрали, ну, 1008, скорее всего, потому что машина не целованная. Вот, чтобы вы понимали. 18-й год. Так, это у нас что? Это у нас шляпа. Что, Тахова много кто любит? Какой Тахова, блин? Короче, кому надо, что надо, уже спиздили. Здесь у камрюх чаще всего любят воровать вот штучки, которые... Ну, это не камри, но там здесь у камри расположена такая кнопочка. Ее зачастую воруют. Вот мужик катается с машиной на машине, разъебывает ее. А им реально по кайфу, им вообще, ну, как бы. Вон хозяин стоит, сердце бьется. Этот говорит, я не трогал эту машину, все нормально. Ну вот, Авалон. Ценник убрали, скорее всего, ну, недорого она стоила. Только бампер там поменять, фару. Bro, you buy this car? Yes. How much it cost you? 26,500. 25? 26,500. This? Yes. What, пацаны, за 7000 баксов? What is the year of the car? 2014. Oh, 14-го года Авалон. For YouTube. 14-го года Авалон. Мужик взял за 7000 баксов. Ну, красавчик, что сказать. Yeah. За семерку взял, но тут расхода, ну, вот все, что вот это грубо выглядит, вот это, вот эти все железки в Дубае стоят, ну, порядка, грубо, $500. Сами запчасти обойдутся, а еще долларов 500 вы должны будете дать для вот мастеров, кто покрасит, вытянет, не вытянет. О, ребят, о. Range Rover 19 года. Начальная ставка была $20000. Ну вот получается, только перед ей надо. Фары 20000. Ну, 1025 ее забрали отсюда. Выкупили уже. 25, ну плюс расход где-то 1004. 30000 машина. Доезжает до России. Range Rover 19 года, 30000. А вот этот чувак, он машина сам. Машина поднимает машину. Так, здесь в основном уже выкупленные машины или которые, ну,
2-3 раза их выставляют, они не продаются. О, пацаны, смотрите. S-класс 550, 14 год. Начальная ставка была 15 тысяч долларов. Пацаны, вы еще понимаете, что за деньги? За 15 тысяч баксов, ну, плюс-минус поторгуетесь на аукционе, 1002 добавится. 17. Блин, ну 24 тысячи, и она уже в идеальном состоянии заезжает в Россию. S-класс. Это сколько? Без растаможки. Что у нас тут? Вот C300. И вот тут трактористы. Так, все с интересом смотрят. А нам все равно. О, Range Rover. Ну вообще, вот сколько у него начальная ставка? 20-го года Evoque. 23 тысячи долларов, пацаны. Начальная ставка. Машина, блин, в идеальном состоянии. Не к чему придраться. Чтобы вам показать еще раз. Хорошенько. Evoque в идеальном состоянии. Так, открыто, не открыто. Вот. Смотрим в салон. Блин, как здесь жарко-то. Машина-то закипела. Салон, короче, шикарный, пацаны. Из-за солнца особо не видно. Даже предположить не могу, за сколько ее выкупили, если честно. Потому что машина, ну, в идеальном состоянии. Нет никаких косяков, ничего. Так, что тут у нас? Воу, ребят, воу, Nissan Pathfinder. Начальная ставка 4000 долларов. 19-й год Pathfinder. По расходу у него, ну, 4000 долларов, если вот это все вам сделают за 2-2,5. Прям здесь, не отходя от кассы рядом. Если ее выкупили за 6, ну, максимум еще тройку в нее влили, 9. Мы потратили, ну, 1002 на дорогу, с этих побольше беру, 2500. Нормально. За десятку, тире 11, Pathfinder 19-го года уже заходит к вам в новом состоянии. Все машины шаманят вон там рядом, гаражи. Индусы, пакистанцы, вы с ними договариваетесь, они прям за копейки здесь все чинят. В основном из Таджикистана, Киргизистана стараются просто нацепить запчасти и уже у себя на родине там доделывают. Вот здесь какая-то тема идет. Что ты хочешь послушать? Что хочешь найти там? А, ее продали уже, это походу владелец. О, пацаны, вот это аппарат, 15-го года, S-класс 550, ну, 1020 его выкупили, еще 1005 полностью на его расход, чтобы вот это все привести в идеальное состояние с подушками вместе. Ну да, 25-27 тысяч он уже в России без растаможки. О, вот к этой машине подходят. Шевроле Малибу. Пацаны, 3000 долларов? Не, не 3, 3500 где-то. 3500-4, 16-го года Малибу. Чего у него по минусу-то? Ну и выкупили максимум 5000 баксов. Ну здесь расход грубо на 1000 долларов. 6000 долларов. 1500, 7500 она заезжает в Россию. Очень хорошая машина. Узбеки в ней толк знают. Че, много любителей на вот этот джип? Он 10 тысяч баксов стоит тут. Ну, не, 11. 10 с копейками выходит там. Какого года? 16-го года. Ну, выкупили его 1012 долларов. Так, он... Подушки стрельнуты, салон в идеальном состоянии. Требуется химчистка. Там ошибку выдает компьютер.
Так, что у меня по минусам? Блин, ребят, машина в идеальном состоянии. Их просто скидывают вот так. Сколько я? Ну, 2014 этот джип выкупили. 13-14.